Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo A80. И сейчас я покажу вам, как перекинуть файлы со старого устройства на это. Итак, у нас здесь есть приложение клонирования телефона. Мы можем его открыть. Далее нажимаем это новое устройство и даем несколько разрешений. Далее выбираем старое устройство. У меня это другой Android. И теперь нам нужно установить, нам нужно взять старое устройство и установить на него приложение Oppo Clone Phone. Оно у меня уже открыто, я его установлено, я его открываю и нажимаем «Сканировать QR-код». Нажимаем «Ок» и сканируем. Нажимаем «Далее». Теперь выбираем, что мы хотим перенести. Здесь я не могу перенести всего. А, у меня просто ничего нет. Окей. Я выбираю контакты, сообщения, и я выберу некоторые приложения. Все выбирать не буду. И нажимаю «Окей». И нажимаю «Далее». Ставлю галочку и нажимаю «Начать перенос». Нажимаю «Готово». И нажимаю «Готово». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.